Ребята, привет! Я сейчас нахожусь в королевстве Нидерланды, этот город Гаага. У меня за спиной знаменитый Гаагский суд, где вот буквально сейчас идет процесс по жалобе Армении против Азербайджана из-за преступлений режима Алиева в Нагорном Карабахе, в Арцахе. Завтра здесь будет митинг, который будет проводить местная армянская диаспора и все те, кто выступает за права человека. Меня тут, к сожалению, не будет, потому что завтра я еду дальше по маршруту. Мне еще надо побывать в Париже, где у меня тоже будут встречи, потом в Брюсселе и так далее, поэтому я здесь не задержусь. Но в любом случае, в качестве поддержки завтра армянам, которые здесь будут митинговать, я с вами. Я свою часть митинга, собственно, вот произвожу сейчас. Алиев, я надеюсь, что ты когда-то там окажешься в наручниках подсудимым. И, к сожалению, повешения уже нет. Хотя, с моей точки зрения, ты это заслужил. Все, пока, ребят.